Жизнь пролетает, время мчится, нам некогда остановиться. Нет времени, мы часто говорим, а измениться почему-то не хотим. Я помню, мама говорила, она одна меня растила. Трудилась, говорила, день и ночь, меня любила свою дочь. Все доброе она мне подарила, про Бога тоже говорила, про храм, про гору Горизим, про то, как Моисея книги чтим. Про иудеев много говорила и во всех бедах их винила. Они нас называли все смутьяне, нечистые израильтяне, и по закону с нами не общались. В Иерусалиме только собирались, для них мы были сорт второй. Твердили все наперебой, меня все это волновало, обиду в сердце разжигало. Но почему они нас презирали и чистыми по крови не считали? Вопросов много, где ответы? Звучали лишь одни запреты. Для всех мы были самаряне, нечистые израильтяне. Да, мама говорила мне про Бога, конечно, верила немного, но боль, обида в жизни победили. Все доброе во мне они убили. Ответы на вопрос я не искала. Все в своей жизни испытала. Предательство, измены, расставания. Остались горькие воспоминания. Жила в Самарии я в городе Сихарь. По городу ходила, как дикарь. Вся жизнь моя летела под откос. Но вот однажды повстречался мне Христос. О встрече я подробнее расскажу. Я этой встречей очень дорожу. Вся жизнь моя тогда перевернулась, и радость в жизни улыбнулась. В один из дней пошла я за водой. Ходить одной мне было не впервой. Пошла к колодцу я в 6:00. Воды побольше принесу. Мужчину я увидела издалека. Казался мне уставшим он слегка. Я подошла и водоносы опустила. Конечно, с ним не говорила. Он первый вдруг заговорил. Воды попить немного попросил. Я удивилась и его спросила. Вопросом, кажется, не удивила. Ты, иудей, со мною говоришь? Законы иудейские не чтишь? Нельзя вам с самарянами общаться. Должны законы соблюдаться. Я знаю, вы нас презираете и за евреев не считаете. Ты просишь у меня воды напиться? Такое даже не приснится. Он посмотрел так без укора. Я не забуду сего взора. Спокойным голосом в ответ сказал. Дай мне воды. Немного я устал. А если б знала, червь, кто говорит с тобой, то ты б сама просила пить воды живой, и я бы воду тебе дал. Узнаешь ты про Божий дар. Я у тебя воды должна просить? Тебя должна я убедить, не сможешь ты воды достать. Ведь чаши нет, чтобы черпать. Колодец наш глубок. Чем воду зачерпнешь? На помощь, может, позовешь? Из наших чаш вам пить нельзя. Вас не поймут тогда, друзья. Кто пьет, вас зажжете опять и снова будете черпать, а воду ту, которую я дам, тот всех напоит и напьется сам. Не будет жаждать он вовек, родится новый человек, из чрева потечет вода живая. Такая истина святая. Ты больше отца нашего Иакова? Но смотритесь не одинаково. Иаков пил и скот его, колодец нам достался от него. О, женщина, ты много говоришь, быть может, мужа лучше пригласишь, а то стоишь одна, а рядом иудей. Как объяснишь это пред семьей своей? Нет мужа у меня, мой господин, живет со мной самарянин один, но он не муж, у меня мужа нет, хотя мне много уже лет. Ты правильно сказала, что без мужа, в душе царит сплошная стужа, имела 5 мужей, теперь одна.
и в жизни испытала, ты сполна. Тот, с кем живешь, не муж тебе. Вот подумай лучше о себе. Остановись и перестань грешить. Тогда ты будешь по-другому жить. Вы, иудеи, говорите, надо поклоняться, пред Богом искренне смиряться. В Иерусалиме только. Я права? Мне истину ты объяснишь сперва? Мы знаем гору Горизим, на ней мы Бога тоже чтим, а вы нас осуждаете за это. Вы, иудеи, все без света. Вот, женщина, вот живешь ты во грехе, вся жизнь твоя как в шелухе, начинаешь иудеев обвинять. Ну что, больше нечего сказать? Я указал на жизнь твою без света. Погибнуть можешь ты за это. Исправить надо жизнь свою. Вот тебе я в сердце говорю. Я вижу, ты пророк, все знаешь про меня. Кто же послал ко мне тебя? Я знаю, что придет Христос. Не знаешь ты ответа на вопрос? Я тот, о ком ты говоришь. В меня поверишь? Веру укрепишь. Поклонников Бог ищет на земле, хотя весь мир лежит во зле. Настанет время. И настало уже. Вот вам надо быть настороже, быть в духе. Истине и вере должны быть всегда в примере. Прими решение меняться. Люди будут удивляться. Вернись туда, где ты упала, и жизнь свою начни сначала. О нашей встрече людям расскажи, и путь ко мне ты укажи. Судить тебя не будут строго, когда увидят в тебе Бога. Ты торопись, иди быстрее, а я подожду своих друзей. Ну, 12 человек ушли мне пищу покупать, чтоб я не смог их осуждать. Ведь нам нельзя с самарянами общаться. А как им покупать и торговаться? Увидят сдалека они нас с тобой и будут говорить между собой, как мог я с женщиной заговорить. Но постесняются о том спросить, предложат пищи, что купили. Но главное, они забыли, ведь моя пища – творить волю. Я это от тебя не скрою. Волю Отца, пославшего меня. А вот теперь иди. Благословляю тебя я. Была поражена его ответом, связала жизнь свою обетом, решила больше не грешить. По слову Бога буду жить. Оставила свой водонос, в душе полнейший был хаос. Пошла я в город, где жила, и славу нехорошую делами обрела. Да, презирали люди все меня, и в спину говорили про себя бубня. Презрение чувствовала фибрами души, а сердце говорило: к людям поспеши. Забыла воду я набрать, хотелось очень рассказать, что там за городом стоит пророк. Он преподнес мне жизненный урок. Вся жизнь моя ему известна, как будто с нами жил совместно. Все про меня он точно знает и ни за что не осуждает. Быть может, он посланник Божий, ведь на других он не похожий. Я задала ему вопрос, ответил мне, что он Христос. Пойдите, люди, посмотрите, спасение, шанс не упустите. Он там стоит, с колодцем рядом, ищи его сердечным взглядом. Я говорила, повторяла, себя совсем не узнавала. Кто дал мне смелость говорить? И страх смог в сердце удалить. Я мысленно к колодцу возвращалась, в душе пред Господом склонялась. Теперь я знаю, кто все дал и дочерью своей навек назвал. За город все к колодезю пошли, Иисуса рядом с ним нашли, уговорили в городе остаться, уста к устам, чтобы общаться. 2 дня Иисус пробыл в Сихаре, в духовном были мы ударе, Он тот, о ком пророки говорили, мы в сердце Господа впустили. Когда Иисус людей спасает, Он сердце полностью меняет. И в городе теперь я не изгой.
Я рада, что Христос, Спаситель мой, неважно, кем ты был до Бога, куда вела греховная дорога, а важно то, что ты живой. Распорядись своей судьбой. Хочу сказать, умей остановиться, не спорить с Богом, а склониться. Простит Господь твои грехи, и старые на новые заменит Он мехи. Я благодарна за ту встречу, и жизнь свою я не калечу. В Самарии меня не судят строго, сейчас в Сихаре славят Бога. Аминь.